20 лучших фигуристов Казахстана представят алматинцам новогоднее шоу по мотивам мультфильма «Холодное сердце 2». Настоящая ледовая сказка развернется с 3 по 5 января во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы. Гостям и жителям южной столицы представят балет, театрализованную постановку, яркие костюмы. Режиссером выступил алматинский фигурист, кандидат в мастера спорта Азат Джабелов. А вот с 25 по 30 декабря впервые в Казахстане Дворец спорта организовал фестиваль массового катания на льду. Горожане, включая сегодняшний день, могут покататься, поучаствовать в новогодней ярмарке и попробовать различные сладости. Сейчас работаем над этим всем, очень долго, упорно работаем, чтобы было намного лучше, чтобы с каждым годом становилось все лучше и лучше наше ледовое шоу. Мы снимаем это все по фильму «Холодное сердце 2». Будет очень интересно, очень много разных необычных новых всяких сцен, и приходите, будет очень интересно.